В Красноярском крае начался сбор гуманитарной помощи и денег для пострадавших от пожара в Канске, Лесосибирске, Бирюлевском и Нижнеингашском районах. Пункты сбора гуманитарной помощи открыты как в населенных пунктах, где произошли пожары, так и в Красноярске. В основном они расположены в центрах социального обслуживания. Все адреса можно узнать на портале правительства Красноярского края. Там же опубликован специальный счет для перечисления денег. В правительстве края отмечают, что сейчас для погорельцев необходимы продукты питания длительного срока хранения, например, консервы и крупы, одежда, обувь в хорошем состоянии, постельные принадлежности и бытовая химия.